Друзья, добрый день. Меня зовут Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс». Сегодня мы с вами смотрим квартиру в районе микрорайона гидростроителей. Это Красоунский округ Краснодарского края. Тихий, уютный район с хорошо развитой инфраструктурой. Квартиру, которую будем смотреть, у нас в доме 2016 года постройки на 18 этаже 19-этажного монолитно-кирпичного дома, двухкомнатная, площадью 61 квадратный метр. Стоимость объекта будет составлять 8 миллионов 500. Проходим с вами по придомовой территории, обращаем внимание на наличие детских площадок, асфальтированные подъездные пути, дорожки, все на месте. Начинаем смотреть с вами квартиру, как обычно, начнем с планировки. Итак, у нас двухкомнатная квартира, на входе у нас просторный коридор, 10,4 квадратных метра. С левой стороны расположился санузел 1,72, и также у нас есть второй санузел, ну, такой прямо полноценный, раздельный, не то что раздельный, а именно двойной санузел. Обратите внимание, с правой стороны 2,88, еще один. Две жилые комнаты по левой стороне находятся рядышком, 11,7 и 16,4 квадратных метра. Выход на балкон идет у нас из одной жилой комнаты. Далее прямо по коридору у нас выход еще на один балкон. И далее в правую сторону мы поворачиваем, попадаем в кухню. Площадь кухни 11,58. Интересная планировка достаточно у объекта, нестандартная. Планировка такая у нас называется бабочка, когда на две стороны у нас выходит помещение. Ну и хорошая по площади квартира, 61 квадратный метр. Давайте будем с вами дальше осматриваться. Напомню, 2016 года постройки наш дом. Итак, смотрим с вами коридор, большой, просторный. Здесь есть удобная у нас и гардеробная, и ниша. Ну, смотрим с вами по ремонту. Ну, такой к формату евроремонта у нас относится квартира. Очень хорошее состояние в объекте. Стены под камень вот это все сделаны. Ниши, подсветки. На полу лежит плитка под ламинат. И вот где ниша, с правой стороны, это расположился прямо огромный шкаф-купе во всю стену. Такая прям полноценная гардеробная. И вот смотрите, ведем, и прямо за стеклянной дверью это выход у нас получается как раз-таки на второй балкон. Такой из коридора. В левую сторону мы с вами поворачиваем, плиточка сюда нас тоже ведет в коридор, небольшой коридорчик 1,33, и вот с левой стороны двери это санузел, прямо дверь в кухню. Вот красоту декоративную посмотрим, да, тоже. Ну, у квартиры выглядит, конечно, внутри очень презентабельно. Потолки натяжные глянцевые, здесь точечными светильниками. Но по поводу арок, кому-то нравится, кому-то не нравится, что вот круглая, да, там прямоугольные сейчас больше в моде, но вот вы смотрите и на общее состояние квартиры ориентируйтесь. Напомню, 8500 стоимость ее составляет. Мебель, техника у нас здесь будет по договоренности. Давайте будем смотреть первую жилую комнату. Эта комната не самая большая. Комната 11,7 квадратных метров. Здесь у нас детская. Видите, да, по мебели верхние спальные места, внизу рабочие поверхности. Вот двое деток здесь прекрасно расположились и уживаются. Потолки натяжные глянцевые, стены оклеены обоями, на полу лежит ламинат. Давайте посмотрим комнату с другой стороны. Таким образом, прямоугольная по конфигурации комната. Что касается инфраструктуры, не сказала в начале, давайте проговорю. Все здесь у нас шаговой доступности в микрорайоне. И школа, здесь гимназия и 4 школы, 6 детских садов, центры развития для дошкольников, школа дополнительного образования, есть своя поликлиника, взрослая поликлиника, новая детская, новый современный торговый центр «Проспект», что тоже говорила в каком-то видео, ну и достаточно удобная транспортная развязка. На Мочуйке, конечно, бывает у нас пробочка, но где у нас пробок нет в Краснодаре, надо просто вовремя заезжать, выезжать и как-то ориентироваться по времени, правильно к этому относиться. Так, тем временем мы переместились в следующее помещение. Рядышком оно находится. Это туалет. Здесь у нас расположился только санузел. Стены облицованы кафелем. Также плитка на полу. Ванная мебель. Сама сантехника. В общем, все в хорошем состоянии. Далее мы с вами двигаемся, смотрим комнату рядом. Эта комната у нас побольше,
Ну, как побольше, даже большая, я бы сказала, 16,4. Натяжной глянцевый потолок здесь с точечными светильниками. Стены оклеены обоями. На полу лежит ламинат. А мы для вас ссылочки сейчас повесили. Напоминаю, что у нас есть интересный телеграм-канал. Думаю, для тех, кто планирует продать или купить недвижимость в Краснодарском крае, будет вам интересно, полезно. Я вам буду благодарна за ваши подписки. Подпишитесь, пожалуйста. А также подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Тоже вам всегда благодарна за ваши подписки, лайки и комментарии. Ну и пожелания. Если какие-то есть, тоже пишите в комментариях. Будем стараться учесть. Так, комнату смотрим с вами с другой стороны. Стены в обоях, розеточки, все на месте. Да, хорошая большая комната, 16,4 квадратных метра. Сплит-система везде установлена. Так, ну далее мы с вами смотрим планировку в следующее помещение. Вышли с вами на второй балкон, который вот прямо по коридору. Тоже здесь у нас все отремонтировано. Но лампочка моргает, это не проблема со светом. Это лампочку нужно просто заменить. Ламинат здесь у нас лежит на полу. Стены оклеены обоями. Утепленный балкончик полностью застеклен. Выведено освещение. Да, здесь вот лианы для сушки белья. Это же такое удобное место для хранения. Хорошо, когда большие балконы, есть куда чего распихать, да, как говорится. Так, нишу, надеюсь, обратили внимание, вот для холодильника сюда вынесли. Сейчас посмотрим с вами кухню. Большой кухонный гарнитур здесь установили, прям большой. Ну, вот даже не могу сказать, почему такое решение. Наверное, что-то не хватало. Кухня почти 12 квадратных метров, 11,5. Ну, я бы, наверное, место освободила. Вот левый угол как раз под холодильник. Да? Ну, как-то подумать. А, у нас два, получается, друзья, с вами холодильника. Забыла. Вот он у нас, ниша для холодильника на кухне. И второй холодильник, тоже удобная ниша во втором коридоре. Так. Ну, 12 квадратов, в принципе, кухня вполне себе приличная. Как и кухню-гостиную можно использовать. Смотрите, хорошо поместился угловой диван. Очень даже все прилично. И мы с вами смотрим еще одну площадь, которая у нас осталась. Почти 3 квадратных метра. Это площадь ванной комнаты. Стены облицованы кафелем. Почему сказала, что у нас два санузла? Да, потому что вот возле входа у нас есть санузел. И вот здесь совмещенный санузел. Итого такой двойной. Гостевой и хозяйский, можно так говорить. В целом мы с вами квартиру осмотрели целиком полностью. 61 квадратный метр, 8500 стоимость. Сегодня мы с вами в Краснодаре на гидрострое. Если объект понравился, не забудьте сохранить ID-номер объекта. При звоночке или сообщении уточняйте всегда стоимость, она может меняться. Ну и также не забудьте подписаться на канал, если еще не подписались. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».